Это открыл кармик, но, честно говоря, я не уверен, что это правильно работает. Мне кажется, это просто кажется. Я пробовал эту штуку на Сапиензе, нажимать W и S. Ну, типа, чтобы он на месте стоял, но был зажато. Ну, типа, вперед-назад было зажато. И вирус не попадает, точнее. То есть иногда мне... Не, вначале мне показалось, что это работает 100%. Но потом я все-таки начал экспериментировать, и она, честно говоря, не работает. Поэтому я не уверен, что эта штука правильная. Мне кажется, это просто, ну, ощущается так. Просто кармик уже затренил баллон очень хорошо. Ну, можно это еще поэкспериментировать, но, блин, что-то я начал сомневаться. Ну, возможно, это из-за того, что, типа, я S нажимаю, но... Фиг поймешь. Попали. Ну вот, быстрая острота. Это быстрый вариант, но он нестабильный. Конечно. Ну, минута 40. Движение назад уменьшает точность, ну да, да. А, короче, минута 40, если делать быстрый вариант. И минута 48, минута 50, если делать медленный. Но избавляется от баланса.